Всем, друзья, привет! Сегодня у меня увидел тут вообще не очень хорошую ситуацию с пленкой. Смотрите, пленка в хлам порвалась. Зиму выстояла эта пленка, главное. А весной уже, когда все растаяло, эта пленка у меня порвалась. Вообще непонятная ситуация. Сейчас покажу снаружи. Вот так вот выглядит снаружи. У меня здесь уже второй слой пленки есть внутри. Потом покажу отдельное видео. Вот смотрите, лопнуло. Просто порвало. Ночью, конечно, был заморозок. Минусовая температура была ночью. Но непонятно. Придется переделывать здесь, ползать опять. Опять работа. Пленка армированная, хорошо держит, ничего ей не будет. Пока не выгорит. Нормально. Непонятно, как будто ее кто-то повредил. Не знаю, может какие-то птицы, может кошки бегали и в какой-то точке прорвалась. Как думаете, пишите комментарии, почему так получилось. Самое интересное, зиму простояло. Разные морозы были. И еще, смотрите, вот давлю, след остается. Просто след остается. Слегка только сейчас, вот только сейчас идет над какой-то надрыв. Очень сильно давлю. Вот пленка выдерживает, когда тут сдавливаешь. А здесь что-то пошло не так. Пишите свои предположения, что это могло быть. Ладно, здесь у меня хорошо, что у меня участок вот этот на теплице небольшой. Всего получается метров 6. Надо будет сделать. Ветер, конечно, сильный был, но непонятно. Все-таки непонятно, почему пленка порвалась. Тянется-то она сильно. А порвалась, просто ее растрепало в гармошку. Ромашкой такой. Вот зашел вовнутрь, вот там вот видно, сверху разорвало. Вот, блин, работенки-то у меня мало, еще этой фигней заниматься опять. Ладно, друзья, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всем пока.